Кандидат в президенты от гражданской инициативы Ксения Собчак сегодня приехала в Томск, где побеседовала с волонтерами своего штаба, а затем провела личные встречи с горожанами. Людей интересовала политика Ксении Собчак в сфере материнства, ее мнение о российской промышленности, медицине. Также кандидат в президенты оценила жилищные условия в одном из общежитий.